современным эстонским композитором. Специально для конкурса «Юный пианист» в городе Таллин была написана пьеса с оркестром «Девочка и дракон». Здесь мы услышим китайскую тематику. Это пентатонное мышление мелодии со своей поэтичностью и пейзажностью, а также образ дракона. Западная традиция, как правило, в драконах видит зло, но не Восток. Здесь они представлены могущественными существами, которые довольно мирно уживаются с людьми. Лаур, пьеса с оркестром «Девочка и дракон». Солистка, учащаяся 4 класса детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского, лауреат международных конкурсов Катерина Зыкова. Преподаватель Людмила Юрьевна Петровская.
Thank you.